Дай сюда. Быстро. Я убью ее. Кого? Швабру. Travel light, firefly is in my night, showing how to feel alright, and you know that it saved me. Oh, the rolling hills of gold, the air is clear and ever old, the birds are chirping hello. It saved me. Well, the sun shines brightly on my knees, moving slowly through the trees up to a place where I can feel the world as a painting, and the lemon harvest gift this year that my neighbor I found an ocean blue in my house, my living room. Ride the whales in my canoe, and you know that it saved me. Up ahead, a shore complete. Taste the sandy, salty, sweet. Paradise on an empty street, yes, and you know that it shakes me. Как вам это преобразование? Изящное, правда? Гуа, сегодня у меня 6 уроков, а после мы продолжим. Я говорю, это случайность, а нам у случайности не бывает. Типа все числа подчиняются распределению. Каким распределением? Честно, всей души. Вообще, подожди. Да. Понял. Еду. Ешь давай. Не, не вам. Все, я понял. Угу. Так, сын, давай ешь в школу. Я на работу. Какая работа? Тебя швабра в школу вызывает. Я помимо твоей швабры, знаешь, кто может вызвать? Так что давай, постарайся не убить там никого. У меня и так вон 5 трупов. Спасибо. Угу. За 2 месяца 5 трупов. Что молчите? А что говорит, товарищ полковник? Зацепок пока никаких, мотивы неизвестно. Жертвы между собой никак не связаны. Вообще ничего общего. Общее одно, они люди были. Платили налоги, из которых вы, старший лейтенант, получали зарплату, вы капитан тоже. Какой-то нелюдь их убил, и теперь ваша задача найти этого нелюдя, если вы хотите и дальше получать зарплату. Зурабов слушает.
6 трупов. Все тоже несколько ударов тупым предметом. Типа булыжник. Типа того. Труп обнаружили около 8 утра спортсмены, которые бегали по утрам. Наш? Похоже. Значит, 6-й. Нет, скорее всего, 3-й или 4-й. Он здесь лежит минимум месяц. Плохо в нашей стране бег развит. Да я хочу, чтобы вы посмотрели. Потому что если сыграть с другой стороны, например, минус 2, минус 4, минус 6 и так далее, да? Сейчас вернемся. Ага. Тоже интересно. Привет. Анечка, у нас же сегодня встреча. Ну что тут? Катя, эксперт Сосновская, утверждает, что убийца тот же. Характер ударов, орудие убийства. Угу. Да, сын. Не, ложись спать, я буду поздно. Никаких парков, никаких гуляний. Все, давай. Почему он их убивает? Поймем логику убийцы, сможем его поймать. В сериале услышал. В академии. Ну, сначала в сериале. Сереж, ты идешь? Ребят, да вы идите, я догоню. Аня, открой, пожалуйста. Аня! Зачем так кричать? Мне нужно поговорить с тобой, Аня. Правильно, давайте продолжим. Я буду ждать тебя на нашей скамейке. Приходи, пожалуйста. Так вот, эти нули называются тривиальными. Далее. Таким образом, все нейтральные нули являются комплексными числами, симметричным относительно вещественной оси и относительно вертикали, который называется что-то мы упускаем. У меня здесь все. Места работы, супруги, любовницы, друзья, соцсети. Они все разного пола, возраста и социального положения. Я говорю, что-то мы упускаем. Общее только то, что все убиты в безлюдных местах. Ты хочешь сказать, что всех убили только потому, что они оказались в безлюдных местах, тем более в разных? Получается так. Смотри, я проанализировал их маршруты. Вот эти трое обычно возвращаются домой через парк, а вот эти оказались случайно. Случайности не бывает. Так математичка моего сына говорит. Школа меня вызывает. Ненавижу математику. Вершинин. Поехали. Здравия желаю. Где он? Это она. Она? Да.
Документов нет. Молчит, на вопросы не отвечает. Но задержали ее на месте преступления? Да. 6 зверских убийств. Женщина. Ничего? Почему не начинаешь допрос? Я жду результатов экспертизы. Орудие убийства камень, если на нем ее отпечатки, проблем не будет. Я рассчитывал на признание, конечно. Есть, отпечатки совпали. Иди, закрывай дело, я к журналистам. Вы его поймали? Во-первых, не поймали, а задержали. Во-вторых, это не он, а она. Кто она? Повторяю вопрос. Назовите вашу фамилию, имя, отчество. Анна Николаевна Шубрина, я могу теперь быть свободна. Но ведь это чудовищные зверские убийства. Неужели их могла совершить женщина? У нас достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинение. Анна Николаевна, вас сегодня задержали на месте преступления. На орудии убийства оказались ваши отпечатки пальцев. Мы плохо учились, видимо. Так вот, присутствие на месте преступления является необходимым, но недостаточным условием для совершения преступления. Можно хотя бы это снять. Долго надо мной издеваться здесь будете. Мне вообще голова голодна. Кто это? Эварист Галуа, великий математик и моя рыбка, которую надо кормить. Сын, привет. Разбудил? Прости. Скажи мне, пожалуйста, вашу Швабру Анну Николаевну зовут? Швабрина? Да ничего интересного. Все, давай, спи. А почему она совершила эти убийства? Я не могу сейчас раскрывать все детали расследования. Единственное, что вы должны донести до граждан нашего города, что преступник, преступница, задержана. Всем спасибо. Брифинг окончен. Вы обвиняетесь в совершении убийства. Статья 115, часть 2. От 10 до пожизненного. Я еще раз повторяю, я не убивала Сергея. Вы его знали? Ты знаешь, что количество лепестков подсолнуха по отношению к общему количеству равно числу пи? Вероятность 1 к 2. Я очень тебя люблю. Но пойми, эта женитьба, она плохо скажется на моей карьере. Что ты делаешь? Выводы. Ань!
Так вы его знаете? Нет, просто учились вместе. Назовите его фамилию. Инин Сергей Викторович. Вы даже не знаете, в убийстве кого вы меня обвиняете. Вот этих людей вы тоже знаете? Ирина Погодина убита 18 февраля. Карасик Степан убит 4 марта. Павлова Алина убита 15 марта. Чередниченко Андрей убит 20 марта. Топалов Роман убит 28 марта. И сегодня совершенно случайно вы оказались на месте убийства Инина Сергея. Также совершенно случайно на орудии убийства оказались ваши пальчики. Также совершенно случайно вы оказались в крови убитого. Случайности не бывает, так, кажется, вы говорите, Анна Николаевна? Да, правильно. К стене. Думаешь, она нормальная? Пока не говорит о математике, кажется вменяемой. 6 убийств. Ненавижу математику. Заходи. Здрасте. Ты кто? Я математик. Сколько за математику дают сегодня? От 10 до пожизненно, так они сказали. Неплохо. Я не за математику. Сейчас можно тишина немножко, пожалуйста? Неплохо. Чем занимаемся? Да вот, подумаю, как провести завтрашний день. Ну и остаток жизни. Скажи, твоя швабра, она вообще нормальная? Конечно. Сумасшедшая на всю голову. Ладно, спи давай. Говорят, как-то раз
Математик Лаплас дал одному оппоненту в глаз, а потом и рукой, а потом и ногой, и еще много-много-много раз. Все-таки хорошо, что убийцу поймали. Я вот раньше тебя провожал, потому что опасно одной через парк идти. А сейчас, потому что я тебе нравлюсь. Еще одно слово, я буду жалеть, что убийца за решеткой. Ну, спасибо, что проводил. Да, алло. Ну, слушай, у сегодняшней жертвы не было ничего. Ни бумажника, ни документов. Да, странно, у остальных-то были. У него даже телефона не было мобильного. Лучше бы у меня мобильника не было. Ладно, давай. Привет. Я хотел поговорить с тобой о вчерашнем. Так ничего ж не было. Вот об этом я и хотел поговорить. Доброе утро, Николай Владимирович. Всем привет. Коля. Швабрина, она же гений. А гений злодейства, ну, сами знаете. Убить? Но если вы сделали ошибку в вычислениях, то, наверное... Маньяк? Маньяк математики, это точно. Она в 17 лет доказала частный случай теоремы Каши. Это если бы вы в свои 17 лет стали бы маршалом. В полиции не бывает маршалов. Вот и я об этом. А вы бы стали. Она на все способна. Единственное, чего она не умеет, так это быть человеком. Они с Сергеем должны были пожениться еще на 5-м курсе. Она его так и не простила. Она вообще не умеет прощать. Пошла в школу работать с ее-то способностями. Она отлично подошла бы для обучения высшей математики роботов. Но не уверен, что они бы справились. А не маньяк-убийца? Она, конечно, помешана, но... Вот если бы ее убили, я бы не удивилась. Конечно же, у Сергея были с собой документы и бумажник. Мы же в ресторане были. Этот камень она ему подарила, а он решил его вернуть. На свою голову. Она с нами даже разговаривать не стала. Мы все ушли, а он остался. И вот. Такие, как она, рождаются раз в 100 лет, а может даже в 1000. Она созналась? Нет.
Чего не допрашиваешь? Да. Задержанная Швабрина требует, чтобы вы явились к ней в камеру. Требует? Ну, пошли. Ну что, я пошла домой. В смысле? Здесь все решение. Это статистический выброс. Вот эта дата не ложится на функцию убийства. Это убийство сделал кто-то другой. Ну, понятно, что не я, но и не тот, кто совершал все остальные убийства. Вы видите, что вот эти числа, они все гармоничные, а это не гармонично. Гармоничное убийство? Откосить решила. Сумасшедшей прикинуться. Не выйдет. Полковник, то, что она была на месте преступления, не доказывает, что она убийца. Что она там делала? Не знаю. Молчит, ничего не говорит. Вы же видите, она слегка... Вижу, но... Ее надо отпускать. Нет. Вот когда ты найдешь того, кто это сделал, вот тогда отпустим. Найду. Разрешите идти? Иди. Привет. Я тут посмотрел в Википедии. Так. Больше половины гениальных математиков закончили жизнь в психушке. А вторая половина как? Самоубийство. Прекрасно. Так, вот список вещей, которые должны были быть у Енина. И поищи телефон, может, всплывет где. И еще. Свидетели говорят, что когда они шли к Швабриной, у Енина с собой была бутылка шампанского. Взял специально для нее, потому что ничего другого она у нас не пьет. Но бутылки не было. Вот и я об этом же. Поэтому обыщи все вокруг очень хорошо. Ненавижу шампанское. И математику. Вы не хотите мне помогать, это понятно. Но вы не хотите себе помочь. Вы учились вместе с Ининым. Перестали с ним общаться после того, да, как... Да, после. И, к сожалению, больше никогда уже не пообщаюсь. Ваши однокурсники все рассказали. Это ложная информация. Вот ответ! Неужели это непонятно? Thank you.
Вызывай спецназ. Лежать, не двигаться! Спокойно лежи! Вперед! Здрасте. Не хотел я его убивать. Я выпить хотел, а он мне не дал. Там камень был, на скамейке лежал. Я схватил его и... Ну и вот. Но винище было реально. Угу. Дерьмище. Ну и не на он убил, никаких сомнений. А на момент остальных убийств у него алиби. Был в больнице, лечился от алкоголизма. Да. Получается, это был... Как она сказала? Статистический выброс. И что это значит? Да хрен его знает. Но ее, походу, отпускать надо. Анна Николаевна, вы можете быть свободны. От лица руководства и от себя лично я приношу вам извинения. Я обязана это слушать. Я говорю, от лица руководства... То, что я доказала еще сутки назад. До свидания. Ну, что же ты? А ты что? Хочешь, могу завтра утром заехать за тобой? Нет, спасибо, я сам доберусь. Ну, как хочешь. Давай утром созвонимся. Хорошо. Пока маньяк на свободе, ты меня только охраняешь. И все. Чего не спим? Ты знаешь, что швабры уже второй день в школе нету? Ну что, болеет, наверное? Давай, марш в кровать. Сейчас, подожди. 2 минуты у тебя. Ага. Мне пока нечего добавить. Идет следствие. Вы можете назвать имя обвиняемой? Предъявлено ли обвинение? Я повторяю, идет следствие. Если появятся новости, вы тут же о них узнаете. Обещаю, что эти новости будут хорошие. А что вы можете сказать про День города? Ну а что День города? Все запланированные мероприятия состоятся. Наряды полиции будут дежурить в усиленном режиме. Как говорится, праздник праздником, служба службой. Шеф говорит, идет следствие. Начнем сначала. Что мы имеем? Это не математичка. Осталось узнать, кто. Жестокость, с которой они были убиты, явно говорит о компенсаторной агрессии. Чего? Ну, когда человек, который не в состоянии созидать, хочет разрушать. Причем эта жестокость возрастает от убийства к убийству. Вот смотрите, здесь было нанесено 2 удара, здесь уже больше.
А здесь количество ударов доходит уже до нескольких десятков. Маньяк какой-то. Причем в обычной жизни маньяки могут выглядеть как обычные люди. Но когда срабатывает триггер, жажда убить становится неконтролируемой. Триггер — это что, мотив? Когда мы имеем дело с расстройством психики, то это скорее не мотив, а повод, толчок. В психологии это называется триггер. Что это может быть? Все что угодно. Сегодняшнее число. Будем надеяться, что она ошиблась. Да. Катя. Убийство произошло меньше часа назад. Математичка предсказала, что следующее убийство произойдет сегодня. Как? Вот так. Убийца очень тщательно выбирает места преступления. Там нет камер. А вокруг камеры есть. Значит, они могут его зафиксировать. Зафиксировать что? Как маньяк, который выглядит как нормальный человек, идет по своим маньячным делам? Мить, если человек попадает несколько раз в поле зрения камер перед совершением преступления, это что значит? Возможно, это случайность. Случайность. Возможно, случайность, возможно, нет. Ну, как говорит Анна Николаевна Шаврина, случайности не бывает. Она сумасшедшая математичка. Молодец. Проверь все психушки, может, оттуда сбежал кто-нибудь пару месяцев назад. Все, давайте. А вы куда? Не скажу, а то подумайте, что я псих. Работайте. Здорово. Пошла грузить все окна. Да? Да. Подожди меня здесь. Сейчас. Артем, потом вернешься, вытрешь доску. Здрасте, Анна Николаевна. Здрасте. Пришли меня арестовать? Вы же меня сами вызывали. Я? Я папа Виктора Вершинина. А, ну тогда все понятно. Анна Николаевна, я хотел еще раз перед вами извиниться за задержание. Поведение вашего Вити. Я знаю. Оставляет желать лучшего. Да, но у вас на это нет времени. Дело в том, что вчера произошло еще одно убийство, как вы и предсказывали. Предсказывают гадалки, я математик. Вы не могли бы еще раз совершить свои расчеты? Он может еще кого-то убить. Ну так а что же вы здесь делаете? Бегите, ловите. Я уверен, что вы нам можете помочь. Нет, мне некогда. Папа Вити, всего хорошего. Не бегаем по коридору! Что ж такое? Ну что? Ну что? Без фарта. Там 1000 человек. Я же говорю, без фарта. Анна Николаевна! Анна Николаевна, а это правда, что математика поможет задержать убийцу? Математика может все, видите. До свидания. Странно, я думаю, что только Бог может все. Не думаю, что сможем подискутировать на эту тему достойно, но мне очень жаль, что ты недооцениваешь силу математики, даже не стремишься ее понять. Как ее понять? Но для начала надо научиться задавать правильные вопросы. И вот если все научатся задавать правильные вопросы, то сразу будем понимать? Да. Даже? Ну, смотря как построишь вопрос. Ну, хорошо. Алексей Иванович, вот что больше, 2/3 или 3/5? Или так. Что лучше, 2 на 3 или 3 на 5?
Конечно, две на троих. Спасибо. До завтра. До завтра. Учись задавать правильно вопрос. Уже 28 совпадений. 29. Тони, среди них судимые есть? Программа распознавания лиц работает чуть хуже, чем они рассказывают в телевизоре. Только трое опознанных. Работайте. Да. Очень жаль, что вы меня покинули, Глуа. Ваш совет сейчас был бы очень кстати. Анна Николаевна, а вы сможете меня научить математике? А это правильный вопрос. Заходи. Пока ничего плохого не произошло. Вам срочно нужно ехать в Первую Градскую. У вашего сына анафилактический шок. В смысле? Думаю, из-за морепродуктов Виктору стало плохо. На скорой его увезли. У меня просто было слишком мало информации, чтобы накормить Виктора правильно. Но фирма хорошая, я всегда там заказываю пиццу, но с морепродуктами. Расчеты я сделала. Потом ему передайте всего хорошего. До свидания. Да. Анна Николаевна, это Вершинин, папа Виктора. С ним все в порядке, и я хотел извиниться перед вами. Я рада, что с Виктором все хорошо. Я хотел спросить по поводу ваших расчетов. Ну, это, знаете... Анна Николаевна, что с вами? Анна Николаевна, ответьте.